31 декабря по 10 января в систему 112 Одинцовского округа поступило порядка 22 тысяч вызовов. На каждое обращение операторы обеспечивали реагирование экстренных оперативных служб. Максимальное количество было зафиксировано 1 января – более 2400 обращений. Большинство из них было в адрес скорой медицинской помощи, службы полиции и пожарной охраны. Основные причины – высокая температура, травмы, отравления, нарушение тишины, дорожно-транспортные происшествия, пожары. В усиленном режиме работали сотрудники МЧС.